схожи по приметам. Ранее совершенного преступления, насилия несовершеннолетнего. То есть мы сейчас приедем, мы проверим на причастность, если нет. Так, нет. Покажите ориентировку, на которую вы ориентируетесь. Ориентировку, пожалуйста, да. В отделе полиции. В отделе полиции. Да, нет, вы знаете, что вы должны... И у нас с собой нет, есть. Нет, все, нет. То я с ним. Да, ради бога, отойдите, пожалуйста. Я с ним. Проходите, будьте любезны. Тоже молодой человек, проходите. Пятый отдел полиции. Так, наши любимые. Запрещено при себе имеете что-нибудь? Это прямое нарушение Конституции. Обучённое решение. А на меня ориентировок случайно нет? На вас нету. Да, на причастность. Какая? Крайне совершенно преступление. На какое? Вот скажите, покажите. Это все в отделе полиции. Я хочу поехать. Звоните на телефон, доверие. Читайте газету, вы же прессу читаете. Молодой человек, тоже будьте любезны, подойдите сюда. Башкову. Служебный автомобиль, отойдите. Отойдите, пожалуйста, женщина. Я это хочу... служебный автомобиль, не имеете права. Вы знаете, я считаю, что вы нарушаете. Считайте, пожалуйста. Никто не беспределит. Мы причитаем сюда человека. Просто так, значит, да? Я говорю, очень хорошо. Человек похож на преступника, ради совершенного преступления. Хорошо? Мы проверим его на причастность. Пятый отдел. Будьте любезны, на машину пройдите. Пятый отдел? На машину пройдите. Сейчас, если вы мне не покажете... Мама, как у тебя дела? Жив, здоров, молодец. В общем, наших ребят держите. Как из предела вообще забирают. У нас сегодня были одиночные пикеты, мы уже их закончили. Вот пошли гулять, и сейчас начали людей выдергивать. Говорить, что они, значит, какие-то... Парень, очень сильно похож на преступника. Алло. Наши проповедники на плотине, мы сейчас на плотине на плотине. Фамилии задержанных, да? Выбушева, нет, конечно. СССР, двойное имя. Так, Иван Цыков.